Шахрухан и Гаурик Хан – это не просто имена, это то, что все называют истинной любовью. Родом из Дели Шахрухан и Гаури познакомились на вечеринке в 1988 году и влюбились друг в друга. Шахрухан безумно влюбился в Гаури настолько, что последовал за ней в Мумбай, даже не зная, где она находится. Однако Шахрухан доказал свою любовь к Гаури, когда нашел ее на морском берегу Мумбаи. Шахрухан покинул Дели и перебрался в Мумбай, где 25 октября 1991 года связал себя узами брака со своей возлюбленной Гаурик Хан. Шахрухан – настоящий король романтики, как в личной, так и в профессиональной жизни. От романтических отношений с актрисами до верности своей жене Шахрухан поднимал стандарты любви очень высоко. У этой пары были свои взлеты и падения, но они не позволили этому повлиять на их отношения. Знаете ли вы, что брачная ночь Шахрухана была испорчена из-за Хемы Малини? Да, Хема Малини, которая испортила брачную ночь Шахрухана и Гаури, и мы уверены, что пара будет помнить это до последнего вздоха. Случилось так, что Шахрухан снимался для фильма «Дил Ашна Хай», который стал первым режиссерским дебютом Хемы Джи. Когда он женился, это были трудные дни Шахрухана, и подписание фильма было для него большим событием. В день их свадьбы Хема Джи позвонила Шахрухану и попросила его посетить съемочные площадки, если он хочет с ней познакомиться, и он взял с собой свою новобрачную Гаури. То, что последовало за этим, несомненно, стало золотым воспоминанием для этой пары. Шахрухан и Гаури уже добрались до съемочной площадки, но Хемы Малини там не было, и молодоженам сказали, что она скоро придет. Около 11 часов вечера Шахрухан приступил к съемкам фильма, оставив Гаури в гримерной. Съемки продолжались до 2 часов ночи, но актриса-ветеран так и не пришла на съемочную площадку. После съемок, когда Шахрухан вернулся в свою гримерную, Гаури уже спала на железном стуле, одетая в свое свадебное сари, тяжелые украшения и чутку, так как она пошла с ним прямо со свадьбы. Комната была полна комаров, кусающих Гаури, и это огорчило Шахруха, и слезы полились из его глаз. Шахрухан никогда не упускает случая публично продемонстрировать свою искреннюю любовь к Гаури Хан.